В отношении начальника 10-й колонии возбудили уголовное дело. Экс-руководитель исправительного учреждения обвиняется в превышении должностных полномочий. Начальник и еще двое сотрудников колонии взяты под домашний арест. По предварительной версии, директор 10-й колонии Вадим Долгов и бывшие сотрудники режимного объекта заподозрены в превышении должностных полномочий. Речь может идти о насилии в отношении одного из заключенных. В связи с этими задержаниями на официальном сайте Федеральной службы исполнения наказаний уже опубликована информация о смене руководства режимного объекта. Временно исполняющим обязанности вместо Вадима Долгова назначен Алексей Лифч.